Лекция на тему этический кодекс департамента. Этический кодекс — это то же самое, что и клятва Гиппократа, и присяга. А, только это у нас получается. Вот. Этический кодекс звучит так. Как правоохранительный офицер, моя фундаментальная обязанность служить обществу, защищать жизнь и имущество. Защищать невинного от обмана, слабых от притеснений, запугивания, мирных от насилия и беспорядка. И уважать конституционные права всех людей к свободе, равенству и справедливости. Я буду сохранять свою личную жизнь незапятнанной, как пример для всех. Поддерживать храброе спокойствие перед лицом опасности, презрение или насмешки. Развивать сдержанность и постоянно помнить о благосостоянии других. Честным в мысли и деле, и в моей личной, и в официальной жизни. Я буду примером для подражания соблюдения законов своей земли и правил моего департамента. Независимо от того, какую конфиденциальность информации я получу, я буду сохранять ее как никогда секретной. Если ее разглашение не будет необходимо при исполнении моих обязанностей, я никогда не буду действовать неофициально или разрешать личным отношениям предубеждением, враждебности и дружбе влиять на свои решения. Я буду служить закону вежливо, с пользой, без страха, преступных намерений, никогда не используя нетребуемую силу и никогда не приму поощрения. Я не знаю свой значок, символ... я признаю свой значок символом общественной веры. И буду поддерживать общественное доверие до тех пор, пока я верен полицейской службе. Я всегда буду стремиться достигнуть своих целей и идеалов. Посвящается жизни Богу и моей выбранной профессии полицейской службы. Вопросы по лекции есть? Нет. Есть вопрос. Давай. А можно это не учить? Это вообще нужно? Нет, учить это не нужно. Ну, слава Богу. Фух. У меня вопрос есть. Какой? Шеф вообще школу оканчивал? Да. У тебя так в биографии написано. Потом об этой поговорим, личной жизни. Ладно, все, лекция окончена. Вопросы все я услышал, ответил.